закончилась фестивальная часть Владимир Open, на котором будут представлены многие спортивно-логические игры: Рэньзю, Го, Рели, шашки, стоклеточные и нестоклеточные, то есть 64-клеточные. А сейчас на моих часах без одной минуты 10 должен стартовать детский турнир классический шахматы. Ну, я смотрю, народ как бы еще в холле толпится, поэтому выйдем на улицу, посмотрим, какая погода. Погода, естественно, чисто шахматная, то есть пасмурная. Гулять, купаться не очень хочется. Хотя я сегодня все-таки искупался в речке, и очень даже неплохо. Сегодня 17 число, ну вот смотрим, 17 августа 2015 года на стройке спортивного комплекса. Тишина, то есть со вчерашнего дня ничего не изменилось. Вот такие летают замечательные вороны и галки. В общем, чисто такая осенняя, ранняя осень на Владимирской земле конкретно. Вот видите, 10:08 показывает часы гостинично-туристического комплекса, или как они его называют, еще главного туристического комплекса. Ну, есть еще другие названия, но это часы поставлены специально с опережением на 10 минут, с тем, чтобы люди всегда еще имели в запасе 14 минут. Ну, если не 14, то... Ну, начало турнира. Открытие в киноконцертном зале. Все туда. Вот так решили. Ну что? Раз так, то и мы идем в киноконцертный зал. А здесь на экране идут позавчерашние шведки. Интереснейший турнир, интереснейший вид. Ну, я бы даже не сказал, что это вид шахмат. Скажем так, игры с правилами шахмат, потому что вся идеология, стратегия совершенно другая, хотя шахматное образование нужно иметь, и она, безусловно, понимает, имеет значение, но это совершенно другая игра. С другой-то стратегией. Я спросил у Евгения Андреевича Васюкова, кстати, он тоже принял участие в шахматах, шведках. Он принял участие в шведках. Я вот пытаюсь тоже пробраться вместе с ним. Ну, по его мнению, все-таки больше важна, так сказать, техника, тактика, видение доски, чем шахматная стратегия. Ну, понятно, потому что каждый раз эта стратегия меняется. Пока что играют шведки по контролю 5 минут. Вот. Но интересно было бы посмотреть на шведки с более длинным контролем. Так, зал наполняется. Ну, значит, вот, соответственно. Но интересные два дня, даже не два, собственно говоря, а три, 14, 15, 16, прошли очень интересно. С десяток, наверное, турниров. Там были и
игры на Кубок Нижмединова. Кстати, как я краем уха слышал, ну, Кубок Нижмединова – это смешанное такое двоеборье шахматы и шашки. Так вот, как мне вчера сказали, в этом турнире победили шашисты. То есть шашисты играют и в шахматы, и в шашки, и шахматисты тоже самое. Ну вот, то есть мастерство, суммарное мастерство шашистов оказалось в этот раз выше. Так, ну что-то начальство, как всегда, опаздывает, задерживается. Участники все пришли, сели. Ну ничего, подождем.